Let's take our Bibles together. Давайте возьмем наши Библии. And open to 1 Thessalonians chapter 3. И откроем 1 Фессалоникийцам 3 глава. And we're going to be in 1 Thessalonians chapter 3 verses 11 to 13. Мы прочитаем стихи с 11 до 13. And there are really two things I want you to see, but one thing mainly. Здесь две вещи, которые я хотел подчеркнуть, но на одной особенно остановиться. And what I mainly want you to see is what your spiritual leaders long to see in you. Я особенно хочу подчеркнуть то, что ваши духовные лидеры хотели бы видеть в вас. This is a little bit risky because I'm going to be telling you what Alexey Alexeyevich and your other elders and spiritual leaders are desiring to see in you, and I'm going to tell you that from the scriptures. Это немножко рискованно, потому что я буду говорить о том, что Алексей Алексеевич и другие лидеры церкви хотели бы видеть в вас, и я буду говорить об этом из Писания. But I'm very confident that they will agree. Но я очень уверен в том, что они согласятся с этим. That this is what they want to see in you. Что это то, что они хотели бы видеть в вас. But before I get to that, I also want you to see just how blessed we are in Jesus Christ. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы вместе с вами посмотреть, насколько мы благословенны в Иисусе Христе. And as we read the text now, you'll see that both of these things are here in these verses. И как мы читаем этот текст, вы увидите, что обе эти вещи здесь, в этих стихах. So 1 Thessalonians chapter 3, verses 11 to 13. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, стихи с 11 по 13. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. So I just want you first to think about just how blessed we all are in Jesus Christ. Самое первое, что я хотел бы отметить, чтобы мы увидели, насколько благословенны мы в Иисусе Христе. It's actually not the main thing in these verses, but it's not uncommon for Paul to pass along rich theology as he expresses something else. В действительности, это не главная мысль этого текста, но для Павла типично, когда он приносит богатую теологию для того, чтобы подчеркнуть что-то. So notice what Paul reminds us of, first of all, that if you're in Christ, God is your Father. Заметьте, что Павел подчеркивает здесь прежде всего, что если вы в Иисусе Христе, то Бог является вашим Отцом. Verse 11. Now may our God and Father Himself. Стих 11. Сам же Бог и Отец наш. I don't know what kind of father you had growing up. Я не знаю, какой отец был у вас, когда вы росли. Maybe you were very blessed to have a good Christian father who loved Jesus Christ, who loved your mother, who loved you and taught you the Bible. Может быть, вы были очень благословенными тем, чтобы у вас был хороший отец, хорошая мама, которые учили вас Библии. But it's also possible that you grew up in a home where your father was absent or negligent. Ну, также возможно, что вы, может быть, росли в доме, в котором у вас не было отца, или же ваш отец, он пренебрежительно относился к семье. But listen, но слушайте. If you have been born again, если вы рожден свыше, if you are in Jesus Christ, and Christ lives in you, если вы в Иисусе Христе, и Христос живет в вас, no matter what kind of earthly father you had, независимо от того, какой земной отец у вас был, God is your father. Бог ваш отец. And he's perfect. И он совершен. God is perfect in compassion. Он совершен в своем сострадании. Perfect in love. Он совершен в своей любви. Perfect in wisdom. Совершен в мудрости. You could not have a better father. Вы не можете найти лучшего отца. Our God in love adopted us as sons, just as we heard from the scripture reading this morning. Наш Бог в любви адаптировал или усыновил нас точно так же, как мы слышали сегодня чтение Писания из послания к Ефесянам. Our Father has promised us an eternal inheritance that can never be taken away. Наш Отец пообещал нам вечное наследство, которое невозможно у нас отнять.
And what does the Bible say? Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. И Писание говорит, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. In Christ, we are blessed. В Иисусе Христе мы благословенны. God is our Father. Бог является нашим Отцом. Not only that, Christ is our Master. Но кроме того, Иисус Христос является нашим Господином. Look again at verse 11. Посмотрите еще раз 11 стих. Now may our God and Father Himself and our Lord, our Master, Jesus Christ. Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос. We not only have a Father in heaven who is perfect in every way, we have a Master, a Lord Jesus Christ, who likewise is perfect in every way. У нас не только есть Отец на небесах, который совершен во всем, но у нас есть также Господь Иисус Христос, который также совершен. What kind of boss do you have at work? Какого босса вы имеете на работе? Or what kind of boss did you have at work before you retired? Или какой босс был у вас до того, когда вы пошли на пенсию? Maybe you had a great boss, maybe you have a great boss now, and your boss loves you and cares about you and always gives you perfect instruction. Может быть, у вас был хороший начальник, и он заботился о вас, и он всегда давал вам точные инструкции. But maybe not. Но, может быть, и не так. But in Christ, it doesn't matter. Но в Иисусе Христе это не играет значения. Because your boss, your master, your leader is Jesus Christ. Потому что ваш начальник, ваш господин, ваш лидер Иисус Христос. And you do your work as unto whom? И вы делаете ваше служение как для кого? As unto the Lord. Как для Господа. Your boss is perfect in every way. Ваш начальник совершен во всех отношениях. Perfect in compassion. Он совершен в сострадании. Perfect in love. Он совершен в любви. Perfect in patience. Он совершен в терпении. In Christ, we are very blessed. В Иисусе Христе мы очень благословенны. Not only is God your Father in Jesus Christ. Но не только Бог ваш Отец в Иисусе Христе. Not only is Jesus your Master. И не только Иисус ваш Господин. But you and I have a beautiful future. Но у вас и у меня есть прекрасное будущее. And Paul touches on that in verse 13. И Павел касается этого в 13 стихе. So that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ. Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Господом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Here we have a picture of our brilliant, glorious future with Christ and all the saints. И вот здесь картина прекрасного, яркого будущего в Иисусе Христе всех святых. And you don't need to have any doubt that this is going to take place. И у вас не должно быть никаких сомнений, что это обязательно произойдет. God, our Father, and Jesus Christ, our Lord, are going to make sure that we make it to this moment. Бог, наш Отец, и Иисус, наш Господин, они позаботятся о том, чтобы привести нас к этой точке. In Christ, we are very blessed. В Иисусе Христе мы очень благословенны. God is our Father. Бог наш Отец. Jesus Christ is our Lord and Master. Иисус Христос наш Господин и наш начальник. We have a bright future, a glorious future. У нас прекрасное будущее. Not only that. Не только это. There's one more. Но есть еще один. And I know this is true of this church. Я знаю, это истина об этой церкви. In Christ, we are blessed to have loving spiritual leaders. В Иисусе Христе мы благословенны тем, чтобы иметь любящих духовных лидеров. And that is the blessing of God and the blessing of Jesus Christ. Это благословение Божие, и это благословение Иисуса Христа. In verse 12, Paul says, "May the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just like we do to you." В 12 стихе мы читаем: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». I am blessed and privileged to know Alexey Alexeyevich personally. Я благословен, имею привилегию знать Алексея Алексеевича лично. And I know some of the other leaders of your church. Я знаю некоторых других лидеров вашей церкви. And I can tell you they love you. Я знаю, что они любят вас. They care about you. Они заботятся о вас. They pray about you. Они молятся о вас. They worry about you. Они беспокоятся о вас.
And what I want you to think about is what they long to see in you. И то, о чём я хочу сегодня поговорить, это то, что они хотели бы видеть в вас. Because that's the main thing of this text. Потому что это главная тема этого текста. There's something in the grammar of these verses that shows us this is an expression of longings, of desires. В этом тексте есть некоторые грамматические особенности, которые помогают нам увидеть, что это выражение стремление сердца. In verse 11 in the English text it says, "Now may our God and Father himself." В английском тексте там есть такая фраза may, в русском она подчеркнута такой коротким словом да, да управит, да исполнит. And you see the same thing in verse 12, right? И вы можете увидеть то же самое в 12 стихе. This is a way of expressing a longing, a desire. Это средство, при помощи которого выражают желание или стремление к чему-то. And what the Spirit of God is showing all of us here today, и то, что Дух Господень показывает нам сегодня, is the sincere longings, the desires of good spiritual leaders for those they love. Это искреннее желание хороших духовных лидеров относительно тех, кого они любят. And so I'm going to dare to tell you what your spiritual leaders long to see in you. Я сегодня хочу сказать то, что ваши духовные лидеры хотели бы видеть в вас. And there are four things. И здесь четыре вещи. But I'm not only talking about the leaders of your church. Но я говорю не только о лидерах вашей церкви. Are you a mom? Если вы мама. A father? Или отец. You're a spiritual leader. Вы тоже духовный лидер. These are things you should long to see in your own children. Это те вещи, которые вы хотите увидеть в ваших детях. Are you a grandfather or grandmother? Если вы дедушка или бабушка. Кстати, я дедушка. By the way, I am a grandfather. Есть одна внучка, один внук, и еще ждем одного. Слава Богу. So, these are things that we long to see in our grandchildren. Это то, что мы хотели бы увидеть в наших внуках. What are these things that spiritual leaders long to see? Что духовные лидеры хотели бы видеть? And what do the leaders of this church desire to see in you? И что лидеры этой церкви хотели бы видеть в вас? First, number one. Номер один. Your face. Ваше лицо. They long to see your face. Они хотят увидеть ваше лицо. Take a look back at chapter 2, verse 17. Посмотрите, 2 глава, 17 стих. Paul writes, "But we, brethren, having been taken away from you for a short time in presence, not in heart, endeavored more eagerly to see your what with great desire." Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, с тем большим желанием старались увидеть что? Your face. Ваше лицо. Take a look at chapter 3, verse 10. Посмотрите, 3 глава, 10 стих. Night and day, praying exceedingly that we may see your what? Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть что? Your face. Лицо ваше. What do spiritual leaders long to see? Что хотят духовные лидеры увидеть? Your face. Ваше лицо. Your face showing up. Ваше лицо, чтобы показалось. If you look at verse 11, here he's expressing the desire almost as a prayer. В 11 стихе он выражает это свое желание почти как молитву. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Why? Почему? Why, Paul? Почему, Павел? Why, Silvanus? Why, Timothy?
Почему Сильваниус? Почему Тимофей? You know, those three men started this church in Thessalonica. Эти три человека, они начали эту церковь в Фессалонике. They loved these people. Они любили этих людей. They now had been gone away for a while. И они теперь уже на протяжении нескольких времени уехали оттуда. They couldn't wait to come back and be with these saints. И они не могли дождаться, когда они вернутся туда и будут снова с этими святыми. There's something these men are longing to see. И вот кое-что эти дорогие люди хотели бы увидеть. And what is it? Что они хотели увидеть? Their face. Они хотели увидеть лицо. Now let me tell you how this translates into the local church. Я хочу вам объяснить, как это переводится в поместную церковь. And I will ask Alexey Alexeyevich to tell me if this is true. Я спрошу Алексея Алексеевича, чтобы он подтвердил, если это так. Your leaders, your spiritual leaders, long to see your face showing up at church. Ваши духовные лидеры, они очень хотели бы видеть ваши лица здесь в церкви. Не так ли? Точно. And not just in church. И не только в церкви. У вас есть воскресное собрание вечером? Молодежное собрание. Ага. В среду. They want to see your face on Wednesday. Они хотят увидеть ваши лица в среду. How many of you are part of a small home group? Как многие из вас часть домашней группы? And those leaders want to see your face showing up at small group. И эти лидеры хотели бы увидеть ваши лица в вашей малой группе. And do you have other events that you do? Maybe you go out to the countryside, or you have other gatherings, picnics, meals? Если у вас есть другие какие-то встречи, пикники или обеды совместные. You know what your spiritual leaders long to see? Вы знаете, что ваши духовные лидеры хотели бы видеть? Your face showing up. Ваше лицо, чтобы оно присутствовало. By the grace of God, I was saved in 1992 at the age of 27. По Божьей благодати я был спасен в 1992 году, когда мне было 27. So you can get out your calculator and you can calculate just how old I am. Вы можете сейчас калькулятор достать и посчитать, сколько мне лет. Or how young I am. Насколько молод я. And at the age of 27, as a new Christian, I began attending Sunday morning services. И когда мне было 27 лет, я начал посещать утреннее воскресное богослужение. And not long after that, after a few times of attending church on Sunday mornings only, и через какое-то время, когда я посещал только утреннее собрание, My pastor came to me. Мой пастор подошел ко мне. A very tall man. Очень высокий человек. And he looked down. Он посмотрел так на меня вниз. And he said, "I noticed that you don't come to church on Wednesdays." Он говорит, я заметил, что тебя нет в собрании по средам. I was an electrical engineer at the time. Я работал электриком инженером. I was making a lot of money. Я зарабатывал хорошие деньги. I was a busy man. Я был занятый человек. I had work. У меня была работа. I had children. У меня были дети. And so I answered, saying, я ему сказал, I don't have to come to church on Wednesdays. Мне не нужно приходить в церковь по средам. Pastor Joe is a wonderful pastor, a very nice man. Пастор Джо был хорошим пастором, очень хороший человек. And he said, you're right. Он посмотрел вниз и сказал, да, ты прав. But you're missing out. Но ты что-то упускаешь. It's your loss. Это твоя потеря. Well, I don't like to miss out. Я, конечно, не хотел бы упускать что-то. And so I started attending on Wednesday nights. Я начал посещать по средам вечером собрания. And I'll tell you, it made a serious difference in my life. Я вам скажу, что это очень серьезно изменило мою жизнь. That was a step, one step towards committing myself more and more and more to the local church. Это был один из шагов к тому, чтобы посвящать себя больше и больше поместной церкви. Then I began coming to Sunday school class. Потом я начал посещать воскресную школу. Then I began attending small group. Потом я начал посещать малую группу. Then I began meeting with brothers one on one. Потом я начал встречаться с братьями один на один. They were seeing my face showing up at everything. И они видели мое лицо на всех этих мероприятиях. To the point where in 1997, at the age of 32, до той точки, когда в 1997 году, в возрасте 32 лет, I prayed, Lord, all I desire to do is serve you. Господи, все, что я хочу делать, это служить Тебе.
And so I left that career. Я оставил свою карьеру. And became a minister of the gospel full time. И стал служителем Евангелия Иисуса Христа. Let me tell you, beloved. Я скажу вам, возлюбленные. You are blessed to have leaders in this church who love you. Вы благословенны, что у вас есть лидеры, которые вас любят. And they really want to see your face showing up as much as you possibly can. И они хотели бы видеть ваши лица настолько, насколько это возможно. Why? Почему? Number two. Вторая причина есть. The second thing that leaders long to see. Второе, что лидеры хотели бы видеть. Not only your face showing, but your faith growing. Не только ваше лицо, чтобы его было видно, но чтобы ваша вера росла. Again, look at verse 11. Посмотрите 11 стих. He says, "May our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you." Сам же Бог и Отец наш, Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Why? Because from verse 10, we want to see your face. Почему? Потому что из 10 стиха мы видим, что они хотят видеть лицо ваше. But what else? Ну что еще? Verse 10. Night and day, praying exceedingly, that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. So here's a very simple quiz question for you. Здесь очень простой контрольный вопрос для вас. Was there something lacking in their faith? Не доставало ли им чего-то в их вере? Yeah. Да. Which is interesting because это очень интересно. This is considered to be the model church. Эта церковь в Фессалонике, она считается модельной церковью. And in chapter 1, Paul spoke of their faith. И в первой главе Павел говорил об их вере. He says, verse 2, chapter 1, verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Первая глава, второй и третий стихи. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви. So they have faith. То есть у них есть вера. Their faith is so strong that they're laboring in faith for the gospel. Их вера настолько сильная, что они трудятся, у них есть дело веры. But their faith is not complete. Но их вера, она не завершенная. There is room for them to grow. Всегда есть место для роста. How many of you are basically as loving, as faithful, as mature as Jesus Christ himself? Насколько много здесь людей, которые настолько же любящие, настолько же зрелые, как Иисус Христос? How many of you know everything that Jesus knows? Насколько здесь людей, которые знают все, что Иисус знает? How many of you are willing to risk your life just as much as Jesus Christ sacrificed his life? Как многие из вас готовы рисковать своей жизнью столько же, сколько Иисус сделал, отдав в жертву себя, свою жизнь? Not me. Не я. And not you. И не вы. Here's what your spiritual leaders long to see. Вот что ваши духовные лидеры хотели бы видеть. They want to see your face showing up at everything, ideally. Они хотят ваше лицо, чтобы оно было присутствовало на везде, где возможно. So that they can teach you the word. Чтобы они могли научить вас слову. Pray with you. Молиться с вами. Serve with you. Служить с вами. So that as a result they can see your faith growing. Чтобы как результат этого они могли видеть вашу веру возрастающей. Some years ago, when I first started serving at this church in Colorado. Несколько лет тому назад, когда я только начал служить в этой церкви в Колорадо. And this is probably in about 2012, so let's say about 9-10 years ago. Да, примерно в 2012 году, примерно 9 лет тому назад. A new couple started coming. Новая пара стала приходить. Probably in their 60s. И они были примерно в возрасте 60 лет. And I noticed that they were coming just to Sunday morning service. Я заметил, что они приходили на утреннее служение. You know what I said to them? Знаете, что я сказал им? Hey, I noticed that you're just coming to Sunday morning service. Я заметил, что вы приходите только на утреннее воскресное богослужение.
And they said, well, we will not be attending a lot or serving a lot. Они сказали, мы не можем посещать регулярно, потому что мы служим много. Yeah, so they said, we are not going to serve a lot here. We are not going to serve a lot in this church. Мы не будем, у нас нет возможности служить много в этой церкви. I said, why aren't you going to serve? А я спросил, а почему вы не можете служить здесь? They said, well, in the last church, we got burned. We were very hurt. Они говорят, в прошлой церкви мы выгорели, и поэтому очень сильно от этого пострадали. So we're going to attend now and then, but we're not going to get very involved. И поэтому мы будем посещать то там, то здесь, но мы не будем сильно вовлечены. So a year or two went by. Так год-два прошли. Of course, we prayed for them. Мы молились о них. We want to see their face showing up to everything. Мы хотели, чтобы их лицо появлялось везде. And there was a conference in Wyoming, the state to the north of us. Была конференция в Вайоминге, штат, который на север от нас. And we invited them to come with us to that conference. И мы пригласили их, чтобы они поехали с нами на эту конференцию. So we could have a lot of time with them in the car. И у нас было очень много времени провести с ними в машине. That's a great environment for discipleship. Это хорошая атмосфера для ученичества. You know, captive audience. Аудитория ваша в вашем плену. And so we said, well, listen, we know that when you first started coming here, you said you would not be getting very involved. Я спросил, мы вот, я помню, что вы когда только начали посещать, вы говорили, что вы не собирались быть вовлеченными много. And you told us that you kind of got burned, you got hurt in the church you used to be at. И вы говорили, что вы выгорели в прошлой церкви. And so we said, well, tell us the story. What exactly happened there? Расскажите нам, что конкретно там случилось. And they told us. И они сказали нам. And I said, yeah, я сказал, да. You got hurt, you got burned. Да, вы там действительно пострадали. But what happened to Jesus? Но что случилось со Христом? He was crucified. Его распяли. Did he stop serving? Перестал ли он служить после этого? No. Нет. In fact, в действительности, even while Jesus Christ was suffering on the cross, he was serving those people at the foot of the cross. Даже тогда, когда Иисус страдал на кресте, он служил людям, которые стояли у креста. He was even serving the people who hammered the spikes into his hands and feet. Он даже служил людям, которые забивали гвозди в его руки и ноги. The right way, the Christ-like way to respond when someone hurts you in the local church. Правильный путь реагировать на боль в вашей, когда кто-то причиняет вам боль в поместной церкви. Is to love them. Любить их. And serve them in love. И служить им в любви. This is what your spiritual leaders long to see in you. Это то, что ваши духовные лидеры хотели бы видеть в вас. They want to see your face showing up at everything. Они хотят видеть ваше лицо появляющимся везде. So that they can see your faith growing. Чтобы они могли видеть вашу веру возрастающей. And they know, your leaders know, you're going to get hurt. И они знают, ваши лидеры знают, что вам придется страдать. The more involved you are in ministry, the more pain and suffering you will experience. Чем больше вы будете вовлечены в служение, тем больше боли и страданий вам придется перенести. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Да, все желающие жить благочестиво будут гонимы. And sometimes that persecution can take place right in the church. И иногда это гонение может случиться прямо в церкви. That's not a reason to stop coming. Это не причина перестать приходить. It's not a reason to stop serving. Это не причина перестать служить. That's a reason to pray. Это причина молиться. For those who caused your pain. Кто причинил вам боль. And to grow up and be more like Christ and serve those who hurt you in love. И вырасти для того, чтобы иметь способность служить тем, кто причиняет вам боль. This is what your spiritual leaders long to see. Это то, что духовные лидеры хотят видеть в вас. And if you're a parent, this is what you want to see in your kids. Если вы родители, то это то, что вы хотите увидеть в ваших детях. Don't you want your children to be coming to church and getting involved? Не хотите ли вы видеть ваших детей, чтобы они посещали церковь и были вовлечены? Don't you want to see their faith increasing and growing stronger and stronger? Не хотите ли вы видеть их веру возрастающей и укрепляющейся?
If you're a grandfather or a grandmother, если вы дедушка или бабушка, this is what you want to see in your children and grandchildren. Это то, что вы хотели бы увидеть в ваших детях и ваших внуках. You want to see them involved in the body of Christ. Вы хотите, чтобы они были вовлечены в Христово тело. Serving in every way they possibly can. Чтобы они служили во всех возможных вариантах. And growing in their faith. И возрастали в своей вере. Why do you want to see that? Почему вы хотите видеть это? Number three. Третье. Because ultimately what you want to see is you want to see their love overflowing towards others. Потому что в конце концов вы хотели бы увидеть их любовь, переливающуюся через край на других. Verse 12. 12 стих. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. А вас Господь да исполнит, да преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Let's start from the end of the verse. Давайте here. Начнем с конца этого стиха. He says, "Just as we do to you." Он говорит такую, какую мы исполнены к вам. This is Paul and Silvanus and Timothy saying to the Thessalonians, "We love you." Это Павел и Сильвани и Тимофей. Он обращается к фессалоникийцам и говорит, мы любим вас. Our love for you is overflowing. Наша любовь к вам переливается через край. By the way, кстати, if you're a spiritual leader, если вы духовный лидер. Should you tell your people that you love them? Должны ли вы говорить вашим людям, что вы любите их? Yes. Да. You should tell your children, your grandchildren, the elders here should tell the church that we love you. Вы должны говорить вашим детям, вашим внукам, пресвитера в церкви должны говорить церкви, что мы любим вас. As soon as I get back to my church next week, I'm going to say I love you. Как только я вернусь назад в свою церковь, я скажу им, я люблю вас. And that I missed you. И мне не хватало вас. And I'm glad that I got to go to camp and be with Alexey Alexeyevich, but I'm glad to be home. Очень рад, что я мог посетить лагерь и быть с Алексеем Алексеевичем, но я очень рад вернуться домой. So tell your people, if you're a spiritual leader, tell them that you love them. Говорите, что вы любите их. But I'll tell you what your spiritual leaders want to see in you. Но я скажу вам, что ваши духовные лидеры хотят увидеть в вас. They want to see you loving each other the way they love you. Они хотят, чтобы вы любили друг друга так, как они любят вас. They want your love to increase. Они хотят, чтобы ваша любовь выросла. And then they want it to overflow. И они хотят, чтобы эта любовь переливалась через край. So much so. Настолько. That you're loving not just one another, but you're loving everybody. Чтобы вы любили не только друг друга, но вы любили всех. Even those outside the church. Даже тех, кто вне церкви. Even your enemies. Даже ваших врагов. About 3 months ago, one of the sweetest ladies in our church was coming to the end of her life. Примерно 3 месяца тому назад одна из самых приятных женщин нашей церкви подходила к концу своей жизни. She was a widow. Она была вдовой. And for the past 7 years I visited with her at her home every month and had tea. И на протяжении последних 7 лет я посещал ее на дому, и мы пили чай вместе. And I miss her. И мне ее не хватает. When she was near the end of life, I was sitting by her bedside. Когда она была близка к смерти, я сидел у ее постели. And her son was there. И ее сын там присутствовал. His name is David. Его звали Дэвид. And I said, David, listen, how can I or how can the church, how can we serve you? Я спросил, как я или как церковь, как мы можем послужить вам? He said, well, he said, I'm working at nights. Он говорит, я работаю по ночам. And then I'm here with mom, sitting with mom during the daytime. И в течение дня я здесь сижу с мамой. He said, I don't know if it's possible, but if you or some people from your church could maybe sit with mom a little bit, that would free me up to run some errands. Он говорит, я не знаю, если это возможно, если кто-то из вашей церкви могли бы посидеть с ней в течение дня, чтобы я сделал свои дела. And this was the week before Memorial Day. Это была неделя перед праздником Memorial. So people are planning their vacation for the weekend. Люди планируют свои выходные. And this was a Tuesday. It was Tuesday before Memorial Day, like May 23rd or 4th or something. Это был вторник, примерно 23 или 24 мая. So I said, well,
Я сказал: хорошо. I'll ask our people if they can help. Я спрошу наших людей, если они смогут помочь. I know a lot of people are going to be going out of town on vacation. Я знаю, что многие люди уезжают из города на выходных. Let's see what happens. Давайте посмотрим, что произойдет. So I went home. Я пошел домой. Typed up an email. Я написал email. Dear brothers and sisters in Christ. Дорогие братья и сестры во Христе. Help wanted. Нужна помощь. One hour of your time to sit with Miss Betty Mahan. 1 час вашего времени, чтобы посидеть с мисс Бетти Мэй. And I had a schedule. И я сделал расписание. Wednesday, 10 a.m. to 11 a.m. Среда с 10 до 11. And from 11 to noon. И с 11 до 12. Noon to 1. С 12 до часу. And 1 to 2. Из часу до двух. Same thing on Thursday. И точно так же в четверг. Same thing on Friday. И точно так же в пятницу. In 1 hour. За 1 час. That was completely full. Это расписание было заполнено. The people in our church were overflowing with love for Miss Betty and for her son David. В нашей церкви они были переполнены любовью к этой престарелой женщине. I had to stop people from signing up further because all the slots were full. Я должен был остановить людей, потому что все места уже были заняты. And you know what happened next? И знаете, что произошло дальше? People started calling me saying, "Hey, who's taking all the slots? I wanted to sit with Miss Betty." Они стали звонить и говорят: "Кто там занял все эти места? Я хочу там посидеть с ней." This is what your spiritual leaders long to see in you. Это то, что ваши духовные лидеры хотели бы увидеть в вас. They want to see your face showing up at everything. Они хотят увидеть ваше лицо, появляющимся везде. So that they can see your faith in Jesus Christ growing. Чтобы они могли увидеть вашу веру в Иисусе Христе растущей. So that they can see your love overflowing to one another. Чтобы они могли увидеть вашу любовь, переливающуюся через край. If that would happen, there would never be a shortage of servants. Если это произойдет, у нас никогда не будет недостатка в служителях. People would be serving one another in love, despite what it costs them. Люди будут служить друг другу в любви, независимо от того, что это будет стоить для них. And no matter how much they get hurt. И независимо от того, сколько им причинит это боли. Because they just want to be like Jesus Christ. Потому что они хотят быть подобны Иисусу Христу. And serve like Jesus Christ. Они хотят служить как Иисус Христос. Is this true? Is this what spiritual leaders want to see? That's correct. Это точно, говорит вот перевод для вас. Why? Почему? Why do we want to see your face showing up at everything? Почему мы хотим видеть ваше лицо появляющимся везде? Why do we want to see your faith growing? Почему мы хотим видеть вашу веру возрастающей? Why do we want to see your love overflowing? Почему мы хотим видеть вашу любовь переливающуюся через край? Number 4. Четвёртое. Because we want to see you, потому что мы хотим видеть вас, glowing, shining, radiant, светящимися, сияющими, in the presence of Jesus Christ, в присутствии Иисуса Христа, and all of the saints, и всех святых, when Jesus comes, когда Иисус придёт. Verse 13. 13 стих. So that, чтобы, now here is the end goal. Вот здесь главная цель. This is what your spiritual leaders are aiming for. Это то, что ваши духовные лидеры к чему стремятся. They're looking to the future. Они смотрят в будущее. To that day when Jesus Christ comes. Они смотрят на тот день, когда Иисус Христос придет. Verse 13, so that he may establish your hearts blameless in holiness. 13 стих, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне. Before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all of His saints. Перед Богом и Отцом нашим пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Christ is coming. Христос придет. Аминь. Аминь. And the day is coming when we will all appear before Him. И день грядет, когда мы все предстанем пред Ним. And you want to know what your spiritual leaders long to hear on that day? И вы знаете, что ваши духовные лидеры хотели бы услышать в тот день? Jesus saying to you, чтобы Иисус говорил вам, well done, good and faithful servant. Хорошо, добрый и верный раб. If we hear Christ saying to you, well done, good and faithful servant. Если мы услышим Христа говорящего вам, добрый и верный раб. That's the same as our well done, good and faithful servant. Это то же самое, что услышать это по отношению к себе.
Cambridge Bible Commentary comments on this verse 13. Кембридж библейский комментарий, он представляет такую заметку в этом 13 стихе. And they write, "We take the apostles' thought slightly amplified to be the following." Мы воспринимаем апостольскую мысль немножко преувеличенной здесь. May the Lord make you abound in love. Пусть Господь сделает вашу любовь превосходной. So that in that day, чтобы в тот день, you will have confidence. У вас была уверенность. And a strong heart. И крепкое, прочное сердце. And you will be blameless. И чтобы вы были непорочными. And holy. И святыми. Before God at Christ's coming. Перед Богом пришествия Христа. This is what we want to see. Это то, что мы хотим увидеть. Your face showing. И ваше лицо появляющееся. Everywhere. Везде. So that your faith will be growing constantly. Чтобы ваша вера постоянно росла. So that your love will be abounding and overflowing towards one another. Ваша любовь, она была укреплялась и расширялась и перелилась через край для всех остальных. So that on that day, чтобы в тот день, when we appear before Christ, когда мы предстанем перед Христом, you have no regrets. У вас не было сожалений. And neither do we. И чтобы у нас не было сожалений. So let me just give you two words of exhortation in closing. Я хочу два последних наставления дать вам, ободрение. Number one. Первое. Show up. Come. Появляйтесь, приходите. Be here. Будьте здесь. I understand we can't always be in church. Sometimes we travel. Я понимаю, что мы не всегда можем быть в церкви. Иногда мы путешествуем. Sometimes we're sick. Иногда мы заболели. But don't let it be that your excuse for not coming on Wednesday is because your favorite TV show is on. Но не позволяйте тому, чтобы вашим оправданием, почему вы не приходите в среду, было то, что ваша телевизионная передача любимая сейчас идет. Don't let your excuse be, well, I don't like what that sister said to me last week. I'm not going this week. Не позволяйте тому, чтобы вы сказали, вот мне не понравилось, что эта сестра сказала мне на прошлой неделе, поэтому я на этой неделе не пойду. No. Нет. Show up. Приходите. And grow up. И растите. We need to grow up. Нам нужно расти. Our excuses for not coming to things. Наше оправдание того, что мы не приходим. Are usually very weak. Обычно очень слабые. And if people knew the excuses that we have for ourselves, I think we'd be ashamed. Если люди знали бы те оправдания, которые мы для себя, которыми для себя оправдываемся, нам, наверное, было бы стыдно. Listen, be a blessing to your leaders. Будьте благословением для ваших лидеров. Make your elders happy. Сделайте ваших лидеров счастливыми, радостными. Show up to everything you possibly can. Приходите везде, где вы только можете. And grow up in the faith. И растите в вере. And if you do those two things, если вы будете делать эти две вещи, the Lord himself is going to cause your love to increase and abound. Сам Господь поможет вашей любви вырасти для того, чтобы она переполняла вас. Towards one another, друг к другу, and towards all. И по отношению ко всем. One last thing. Последняя вещь. It's possible that you're here this morning and you don't have Jesus Christ. Возможно, что вы сегодня здесь присутствуете и вы еще не приняли Иисуса Христа. You've never repented of your sins. Вы никогда еще не покаялись в своих грехах. You've never been born again by the Holy Spirit. Вы никогда не возродились свыше от Духа Святого. You haven't put your faith in Christ. Вы никогда не доверили свою веру в Иисуса Христа. You're going through the motions, but you really don't have Christ in your life. Вы делаете привычные вещи, но у вас нет Иисуса Христа в вашей жизни. You know what your spiritual leaders long to see? Вы знаете, что ваши духовные лидеры хотели бы увидеть? Your salvation. Ваше спасение. Your repentance. Ваше покаяние. Don't leave without Christ. Не уйдите отсюда без Христа. Don't leave without forgiveness of sins. Не уходите без прощения грехов. Don't leave without God as your Father. Не уходите без того, чтобы Бог стал вашим отцом. Don't leave here without Christ as your Master. Не уходите, чтобы Христос не стал вашим господином. Don't leave here without a glorious future.
Не уходите без прекрасного будущего. I warn you today that if you leave here without Christ, я предупреждаю вас сегодня, что если вы уйдете сегодня без Христа, it is possible God will never call you again. Это возможно, что Бог никогда больше не призовет вас. There's not a promise in Scripture that God will continually again and again and again keep calling you. В Писании нет обещания, что Бог будет продолжать снова и снова звать вас. Today is the day of salvation. Сегодня день спасения. Today is the day for you to come to Christ. Сегодня день для вас прийти ко Христу. Today is the day for you to repent. Сегодня день для покаяния. Don't put it off. Не откладывайте. Don't provoke Christ to anger against you. Не подталкивайте Христа к гневу против вас. Psalm 2 says, "Kiss the Son, lest he should become angry." Во втором псалме написано: "Почтите Сына, чтобы он не прогневался." Let today be the day. Пусть сегодня будет этим днем. That you receive forgiveness of sins. Что вы получили прощение грехов. And the gift of eternal life. И дар вечной жизни. Let's pray. Давайте встанем, помолимся. Господь наш, мы славим Тебя за Твою милость и любовь к нам. Мы славим Тебя за то, что Ты делал нас Твоими детьми, за то, что Ты даровал нам будущее, простил наши грехи, дал нам жизнь вечную во Христе Иисусе, дал нам свободу от наших грехов и дал нам хороших лидеров, чтобы они заботились о наших душах. Слава Тебе, Господь! И слава Тебе за Слово Твое, которое влияет на нас даже сегодня. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам быть верными Тебе. Помоги нам быть верными Церкви. И помоги нам всем быть радостью и благословением для наших лидеров, для наших родителей, для наших верующих бабушек и дедушек и для наших пресвитеров. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.